Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим нового «Слендера». Эта игра была создана, как вы видите, фанатами творчества создателя оригинального «Слендера», то есть Марка Джей Хедли. На основе его игры, на том же самом движке, они создали «Санаториум». По сути, это тот же самый «Слендер», но действие теперь происходит не в лесу, а, как вы видите, в каком-то непонятном подземном комплексе, в помещении. Ссылку на эту игру мне прислал сам PewDiePie. Видимо, это действительно очень хорошая вещь, потому что он говна еще ни разу не присылал. Собственно, оригинальный Слендер тоже показал мне он. Ну, давайте осматриваться. Найти 8 страниц. Куда пойти? Давайте помаленьку. Я не знаю, когда вы увидите это видео. Как обычно, я такие маленькие игрушки смотрю, как правило, на ноутбуке. И вот сейчас я заперся в самом темном месте своей квартиры, надел наушники ночью. Будем смотреть. Побега нет. Отлично. Одна страница взята, пошел эмбиент, игра началась. Надо сказать, я в последнее время не сильно пугливый, то есть уже как бы присытился этими хоррорами, но вот именно Слендер оригинальный меня напугал до усрачки в свое время. Так. The Zombie Killer's Favorite. Офигенный, значит, стиральный порошок. Оригинальный Слендер меня очень сильно напугал. И сейчас я такой достаточно сильно уставший. В такие моменты я гораздо более пугливый, чем обычно. Поэтому эта игра мне не сказать, что сильно в радость. Лучше бы она нафиг вообще не выходила. Но тем не менее. Так, что у нас тут? Еще одна страница. Туалеты. Отлично. Все мы знаем, как я люблю туалеты в играх. Оно пришло из леса. Ненавижу туалет. Так, ладно. Не, поймите правильно, в жизни-то я обожаю туалеты, но вот в играх, ну его нафиг. В хоррорах, как правило, у нас... Понял. Так, блин, давай уходим отсюда, ну. Чё-то... Давайте вообще куда-нибудь в другую сторону. Вот к этому что это? Это лев у нас. Две страницы. Все, мне уже расхотелось играть в эту игру. Я не знаю... Его научили двигаться. Вон он. И теперь он исчез. Твою мать, я туда... Валим нафиг. Ой, куда я приперся? Еще одна страница. Мне хана. Забрала мою девушку и теперь заберет меня. Отлично. Я потушил фонарик. Ой-ой-ой-ой-ой, нафиг. Мне хана. Я ничего не хочу, уже валим. Валим. Валим, да чего же страшная вещь. Валим. А, то есть за девушку мы... я не буду брать эту страницу, мне насрать. Все, я ухожу отсюда. Девушку он сожрал в лесу, то есть, помните, в лесу же мы играли за девушку. А теперь мы играем за ее бойфренда, я так понимаю, да? Ну что, он прямо у меня за спиной? Ну да. Блин, у меня опять голос дрожать начинает. Тихо, 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 братюня. Только не ешь меня. Куда я иду? Я вообще не ориентируюсь. Я опять к этому льву вернулся. А, блин, у меня... Тут у меня руки дрожать начинают. Не, в такие вещи в наушниках ночью, ну его нафиг. Больше никогда. Ну, я каждый раз об этом говорю, но... Так, вон там у нас была еще одна страница. Фу, так, успокойся. Все, все нормально. Это...
Это просто игра. Просто игра. Никто не выживет. Спасибо. Отлично. Умеют подбодрить, да? Ой, чё ж так страшно-то, а? Куда иду? Ну, отсюда я начинал, по-моему, нет? Это щитовая. Твою мать. Куда я иду вообще? Еще одна страница, отлично. Всегда наблюдает. О, что-то совсем густо пошло. Блин, я натурально потеть начинаю. Ни одна другая игра за последнее время на меня такого... Да какой за последнее время? Со времен оригинального Края Эфира, наверное. Да и тот я не уверен, что так сильно пугал. Офигеть. О, что-то... Блин, птичка еще подлетела. Твою мать, вон он. Она за спиной. Я не хочу оборачиваться. Твою мать, валим. Бля. Так, 5 из 8 собрали. Ну, в принципе, для первого раза неплохо. Но под конец вот эта вот модель, конечно, она... Не особо страшно. Могли бы пострашнее самого Слендера сделать, потому что в оригинальной игре он был пострашнее. Но вот это вот, блин, игра просто давит. Давит вот этим вот ощущением, то есть, что сейчас что-то страшное произойдет. Игрушка офигенная. Я думаю, я в нее еще вернусь. Когда-нибудь я, как минимум... Короче, я постараюсь все страницы собрать во время следующего захода, но я не думаю, что в ближайшие дни я по-новому в нее полезу, потому что она собака страшная. Тем не менее, игра офигительная. Увидимся в следующих прохождениях по ней. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Аштур. Пойду менять штаны. Всего хорошего. Пока-пока-пока.